Пол-8 утра попал снаряд на Арестова 2. В Киевский район. Возле дома Лабая. Обидно, блядь. Обидно. А, это попало. Это же в мой дом попало. Она разрядана, она пустая. Идем. Окна, смотри. Жертв нет. Разбудили всю Путиловку. Никому не дали поспать. На общаге... Это... И там стекла тоже повыносили. Как, какая-то общага? 58-я, идем. На общаге 58-й школ, у Бурсы нет стекол. Да, нет стекол. Вот в газ попали, чинят. Все чинят. Наши ангелы-спасители чинят газ. Вот, теперь так это все выглядит. Вот, стекол нет. Кто-то мне только недавно спрашивал, целая ли общага. Ну, уже не целая. Теперь это все выглядит вот так. Это было в 7:30. Ну, короче, около 8 попали. Дали Лабаю поспать. Да никому сегодня не дали поспать, я сама сегодня рано встала. Верно. Все, на этом мы видео заканчиваем. Это была с вами Ангелина, йоу!